Не знаю, почему фантастам, да и разработчикам игр пришло в голову, что именно боевые роботы и роботы-трансформеры будут самым эффективным оружием будущего. Может быть, на них так сильно подействовал призывный клич «Трансформируюсь» из одноименного мультфильма. А может быть, наоборот, мультсериал стал плодом их воображения. Ну, в общем, как бы там ни было, сегодня любая игра с роботами в главной роли имеет хороший шанс стать популярной. Одним из таких симуляторов боевых роботов, доступная владельцам Sega Saturn, является игра с громким названием Mobile Suit Gundam. Гандам приятно удивляет отличной полигонной графикой. Все баталии разворачиваются в полностью трехмерном пространстве с разнообразными миссиями и гигантскими взрывами. Я уже высказывал легкое недоумение по поводу того, что все конфликты будущего будут разрешаться с помощью гигантских мобильных роботов. Вам придется забраться в кабину одного из них. Стало уже привычным, что сражения протекают в разное время суток, при различных погодных условиях и в непохожих друг на друга уголках планет. Очень хочется надеяться, что ваше дело правое, так как противоположную сторону в основном представляют аналогичные боевые машины. Причем, и это хочется особо отметить, вражеские роботы от миссии к миссии наделяются все более и более высоким интеллектом. Так что отправлять их на металлолом становится все труднее и труднее. А тактика ваша из-за все повышающейся плотности огня становится очень похожа на тактику выжженной земли, несмотря на наличие у вас высокоточных самонаводящихся ракет. Миновский Дюйшноду 62. これなら敵に気づかれずに接近できます。ほんじゃな、ぼちぼち行くとすっか。お先に行くぜ、優勝員。とても人間が操縦してるとは思えない。やるしかねえか。